Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на Беляева. Это открылся у нас новый магазин. Спасибо моим подписчикам, которые подсказывают мне. Итак, давайте смотреть. Декоративная клейкая лента 15 мм на 3 метра. Три штуки в упаковке. Вот такая блестящая, предназначена для скраббукинга. Оформление подарка, открыток и других дизайнерских работ. 79 рублей за три штучки. Так, а какие еще здесь были? Вот есть с красным, зеленая. Здесь есть какие еще? Наверное, все. Какие подсвечники, смотрите. 249 рублей такой стоит. А, я вижу две расцветки. Вот еще молочный такой. Безопасно, да? Если даже куда-то там потечет. Отлично. Но я считаю, очень дорого. За такой подсвечник 249 рублей. Не знаю. Как у них здесь цветочки стоят красиво. 249 рублей. Орхидея в горшке. Ваза 18 на 13 сантиметров. 349 рублей. Да, все чаще и чаще стали появляться такие цены. И вот такой молочный. Розовая ваза. Состав керамика. Вот эти тоже интересные вазочки декоративные. Хорошенькие для цветов. Доломит. Он обработанный. Блестящий. 199 рублей. Вот еще. Это из чего сделано? Тоже доломит, только на подставке. Несколько дизайнов. И эти тоже еще вот другие расцветки. Почему-то это 199 стоит, а этот горшок 99. Непонятно. О, вот эти. А до этого у нас были красные, белые. Какие же они красивые. Тоже доломит 199 рублей. Много, конечно, различных горшков. Горшок тюльпан 299, 199 горшки. Вот двух расцветок. Такие 149. Вот еще подвесные настенные. Металлические. Есть беленькие, бежевые. Вот таким образом подвешиваются кашпо для цветочного горшка. Только цветочный горшок какой должен быть? Плоский. 249. Металлические. Опять цветочки. Вот еще новинка. Салфетница с отсеком для специй. Смотрите, там салфеточки лежат, а здесь специи можно поставить. Тоже такое не видела. Вот еще один дизайн розовый. 149 рублей. И стеночки изготовлены из фанеры. Скорее всего, фанера березы. Вот эти мне тоже нравятся. Горшочки с цветочками поставить. Хорошая штучка. Это уже 299. А вот грибочки какие. 149 рублей. Мухоморчики. Такие красивые. 10 на 10,5 и 13,5 сантиметров. О, какие мечи яркие привезли. 249 рублей. И футбольные, и волейбольные. Яркие. Игрушка, металлическая машинка. Коллекционная. На таких яйцах. Собери всю коллекцию. 59 рублей. Лабиринт с шариками конструктор. 53 детали. $349 рублей. А это игрушка деревянный сортир. 299. Как пирамидка. Веселая лепка. Игровой набор.
«Развивай воображение». В наборе состав для репы. В состав теста для лепки не входит. У нас что-то наподобие было. Мы купили какое-то тесто. Ничего у нас не получилось. Ребенок не играл. Не знаю. Если уже делают, мне кажется, тесто для лепки должно быть в наборе. Ух ты, какая новинка. Эпоксидная смола. Набор рисования эпоксидной смолой. Комплектация набора. Эпоксидная смола, отвердитель, краситель, стаканчик, палочки для размешивания и рисования, артборд для рисования, натуральное дерево и пара перчаток. Вот так вот все. Как-то все смешивается. Инструкция здесь есть. И наборы все, видите, разные. 249 рублей. Ух ты, для собак что-то привезли. Лакомство для собак. Педигри. 55 рублей 70 граммов. Какие-то палочки. Палочки с говядиной. Ультратонкая гелевая впитывающаяся. Ультратонкая белая впитывающая пленка. Туалет. Для приучения к туалету щенков. Для домашних животных. Для содержания в чистоте мест кормления и для транспортных клеток и переносок. 10 штучек 60 на 40. 149 рублей. Книги. Космос. Обитатели океана. 299 и 199 животные. Про принцесс 149. Наполеон Хилл. Дума и богатей. 149. Вот что-то интересное еще. Пеноочиститель удаляет почти все загрязнения для обуви и аксессуаров. 150 миллилитров. Вот у меня тоже белые кроссовки. Может быть, для этого и подойдет как раз. Высокоэффективное чистящее средство. Сумочки какие. Смотрите, такая хорошенькая. Вот такой размер. Есть несколько расцветок. Какая-то такие же. А это же другие. Эти вот розовые, синие, бежевые. Насколько они стоят? 299 рублей. Неплохая сумочка. Там подкладка есть. Еще кармашек есть. И здесь вот даже потайной кармашек на молнии. И косметичка. Три кармашка вот отдельно еще внутри, на подкладке двух расцветок и размер. И цена, по-моему, 299 рублей на все. Ну, поняли меня. Шорты женские привезли. Какие, смотрите, здесь сеточка. Вот такие спортивные. 299 рублей. И футболки тоже с сеточкой. Вот по спинке сеточка идет. Тоже розовые есть, зелененькие. И стоимость тоже 299 рублей. Ну и топы, конечно же, здесь. 299. И сорочка женская. Вот какая еще есть. Более современная. Несколько расцветок. За 249. Дошла до посуды. Появились новые бутылочки. Бутылочки с трубочкой 400 миллилитров. Имеется несколько дизайнов. Зелененькие, синенькие тоже есть. И стоимость всего 99 рублей. Это радует. Смотрите, как плотненько закрывается. Защелкивается. Скатерти кружевные, 1 м 10 на 1 м 40 м, прямоугольная форма и клеенчатый материал. Такие мне нравятся. Поливинилхлорид. И цвет не белый, а молочный. Я не знаю, видно вам? Давайте посмотрим. Ух ты, белые есть тоже.
сейчас все посмотрим. Вот, белые есть. Даже не, уже не знаю, какая лучше, белая или молочная. Даже вот это мне больше почему-то нравится. Какие там еще есть? Все, два вида. И стоимость 199 рублей. Вот такие мне нравятся. Хорошенькие их протер. И они нарядно смотрятся. Отлично. Испокон веков, по-моему, такие вот скатерти. Ух ты, а это что? Набор детских столовых приборов. 299 рублей, две штуки. Взять, что ли, своему такой? И стоит, конечно, 249 рублей. Потому что качество прям такое неплохое. У вилочки, видите, какие маленькие зубчики? И здесь они такие красивенькие. Изготовлены из нержавеющей стали. Ложка и вилка. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.